Всем привет! Я Павел Гайд, автор, исполнитель и ведущий этой программы. И теперь мои программы будут выходить по выходным. Присаживайтесь, занимайте места поудобнее. Я приготовил себе уже кофе и вам предлагаю сделать то же самое. Приготовьте себе свежий кофе или чашечку чая и присаживайтесь поудобнее. Я буду петь для вас, я покажу вам видеозаписи, познакомлю с интересной информацией, и мы сможем вот так просто в такой непринужденной обстановке общаться с вами во время совместного просмотра. Ну что ж, я надеюсь, что я выдержу до конца программы и не поддамся соблазнам, когда на столе свежие булочки. Кстати, о булочках. Сбегаю, бегаю за булочками, тихими утренними улочками, лесенками, ступеньками я поднимусь к тебе. В очереди за поэтами не досталось куплетов мне, и вернулся поэтому я с тортиком в руке. Я тихо двери отворю и крепкий кофе заварю, зажгу свечу, и лишь потом тебя разбудит этот дом. За словом слово, кто о чем, и кофе пить уже не горячо. Ах, эта кухня, западня, смотри, прошло уже полдня. Ветрено, ветрено за окнами, лето недопето законное, осень просится в гости к нам, а к нам еще нельзя. Медленно оттягиваем время мы, жаль, что так не своевременно. Повстречались мы поэтому, пусть глубже стрелы нас пронзят, а нам уже не привыкать к такому счастью. И опять сидим и сладкий кофе пьем, как хорошо, что мы вдвоем. А хочешь, я тебе спою о том, как я тебя люблю. Ах, эта кухня, западня, смотри, прошло еще полдня. Если день за окнами кончается, жизнь, похоже, только начинается, и вечность впереди. Солнышко на донышке закатится, и вино до капельки истратится, а песня навсегда с тобой останется, и нет конца любви, и нет конца. То, что вы сейчас услышали, еще не совсем законченная песня. Над ней сейчас работает мой друг, музыкант, аранжировщик Олег Павленко. С ним мы очень много работали вместе. Он тоже хорошо знает эту песню, и вот сейчас она уже почти готова. Я очень надеюсь, что в ближайшее время, когда работа будет закончена, мы сможем провести с Олегом такую программу на расстоянии, где он расскажет нам о своей музыке, о своих работах и о планах на будущее. Очень интересные чашки подарили нам наши друзья из России, «Полет русской души». Очень интересные и красиво расписанные русскими мотивами чашки.
Еще год назад мы даже представить себе не могли, что будет такая опасность болезни, что будут закрыты границы, будут запреты, будут закрываться концерты, театральные залы и так далее, что мы вынуждены будем уходить в самоизоляцию. Но тем не менее, хорошо, что у нас есть такая возможность встречаться с вами хотя бы у экранов, у мониторов и общаться. А мне, конечно же, очень приятно, что я могу для вас петь и знакомить вас с какой-то интересной информацией, показывать вам видеозаписи. Конечно же, сейчас в наше время современных технологий все возможно. Мы можем общаться, мы можем смотреть какие-то интересные и любимые нами фильмы и программы. А ведь совсем недавно, около 100 лет, таких возможностей у людей не было. И вот я хочу познакомить вас с некоторыми интересными фактами. В этот день, 15 ноября 1934 года, в СССР проводится первая телепередача со звуковым сопровождением. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Знаменитый артист Иван Москвин прочитал рассказ Антона Павловича Чехова «Злоумышленник». Затем выступила певица и балетная пара. А сейчас я вам показываю здание, в котором с 1931 года велись опытные телевизионные передачи. А в 1934 году здесь началось регулярное звуковое телевещание. В этот же день, но более 20 лет спустя, произошло еще одно интересное событие. В 1956 году в Нью-Йорке проходит премьера первого фильма с участием легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли «Люби меня нежно». Критики назвали этот фильм рок-н-ролльным вестерном. А я с удовольствием напомню вам небольшой отрывок из этой песни «Love Me Tender». Декабря 1958 года родился замечательный певец и исполнитель романсов Александр Малинин. Мне очень нравится его творчество, и я хотел бы показать вам маленький отрывок из одной его популярной песни. Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, седлайте коня. Где-то еще утро, где-то уже день, но мне хочется исполнить для вас такую утреннюю песню «Доброе утро». Медленно, как тает белый снег, как туман безветренно проплывает вслед. Там, где ты была со мною, теплая постель, слышу только голос твой, звонкий, как свирель. Доброе утро, белый свет, как пудра, просыпается на свежий испеченный день. Запахом улиц окна распахнулись, так что кругом голова и на работу лень. Так бы и бродил по свету и о чем-то пел, если бы однажды чудом я не разглядел, как прекрасно над землею, не подняв крыла, ты прошла, но показалось мне, что проплыла. Доброе утро, белый свет, как пудра,
просыпается над свежеиспеченный день. Запахом улиц окна распахнулись, так что кругом голова и на работу лень. Вот такая музыка светила в небесах, и черная на белую сменилась полоса. Мы с тобою и не даром, и не зря живем. Делу время, а потехи мы еще споем. Доброе утро, белый свет, как пудра, просыпается на свежеиспеченный день. Доброе утро, ах, какое утро было нам подарено в один прекрасный день. И пока мы с вами общаемся в комментариях этого видео, я хочу вам показать некоторые зарисовки осенней прогулки. Дорогие друзья, мне очень приятно, что вы приходите на мои программы, поддерживаете меня, комментируете, ставите лайк. Это мне очень-очень приятно, и, конечно же, мне хочется и впредь радовать вас моими песнями, моими программами. Ну, особенно, конечно, хочется дарить вам новые песни. И вот сегодня для вас такая премьера. Песня, которую я сейчас исполню, называется «С улыбкой».
с улыбкой и в ответ смеется. Жизнь как зеркало, с улыбкой посмотри. И тогда уже в груди не сердце бьется, а сияет солнце у меня в груди. Напевает мне о том, что счастье есть, и диктует мне слова, что станут песней. Это радость жить сейчас и здесь, это радость жить с тобою вместе. Но бывали дни, была печаль видна у меня в глазах от горького ответа. И тогда сияла из груди луна, согревала мою душу до рассвета, напевала мне, что где-то счастье есть, диктовала мне слова, что станут песней. Это радость жить сейчас и здесь, это радость жить с тобою вместе. Всегда в груди моей кружится диск, и мелодии души сплетут, возможно, и закружат вновь по кругу мою жизнь. Счастье есть у нас. Я надеюсь, что смог немного поднять вам настроение, порадовать вас. И вам предлагаю тоже идти по жизни с улыбкой, радовать своих близких, своих друзей и всех окружающих нас людей. Возможно, так нам будет легче и приятней пережить всякие жизненные испытания. Ну что ж, мне было очень приятно в такой непринужденной обстановке за чашечкой кофе посидеть с вами вместе, пообщаться. Надеюсь, что эти наши встречи по выходным будут продолжаться, и буду рад вашему визиту. А на прощание, для того, чтобы мы могли пообщаться, я покажу вам еще некоторые архивные видеозаписи. Сердце сушило птицы.
зацепило. Пролилось дождем все, что с нами было. Моя программа подошла к концу. Я благодарю вас за визит. Надеюсь, вам тоже было приятно и хорошо со мной. Желаю вам всего доброго. Будьте здоровы и до скорых встреч в эфире. Теперь по выходным. Счастливо! Тоже ты, как маленькая тучка, налетишь и тихо слезы льешь, а потом, взмахнув красиво ручкой, улыбнешься на прощание и уйдешь, улыбнешься на прощание и уйдешь. Что же я, как дерево в пустыне, жду тебя, дыхание затая. Только нет тебя на небе синем, вот уже который день подряд, вот уже который день подряд.
мерцающий.